Всем привет! Вы на канале Руся Рулит. Как-то у меня приветствие такое не очень скучно. А сейчас мы с вами снимаем влог. Идем, привет! Идем в Калина-центр. Я там обувь куплю. Обувь надо купить и это. Обувь надо купить. Потом в KFC зайдем. И кинотеатр я хочу зайти. Вон, видите, он мама идет. Какая погода? Да, нет, и сейчас говорит, мама, а как ты относишься к KFC? Любишь бургер? Нет, я не признаю это все, ты знаешь прекрасно. А я сейчас куплю себе большой бургер. А я денег не дам. Руслана, непонятно, что с ногами случилось. Говорит, пятки больно. Дверцы не жмут, но пятки больно. Не знаю, идет кое-как. Как будто штаны у него не пустые, а полные. Что? Ого, что здесь произошло? Посмотрите, какие дороги у нас в России. Да. Центр города. Ну, центр города, а кладет-то кто? Мама, а это, ты что там сказала? Ничего. Ой, слушайте, ноги натерла, а я всегда весной в больнице лежу. Где? Ноги болят, иду, шатаюсь. Вот все, вы видите мою скорость передвижения. Обычно всегда быстро иду, быстро говорю. А сейчас, сами видите, вышел из строя. Ой, сейчас как еще подняться бы. Сейчас потихоньку поставлю эту штуку и поедем. Идем вот в магазин по названию Аскания. Ой, вейп вот этот, который мне подписчики прислали. Снимать стесняюсь. Снапчат, мам сказал зайти, это наш Новосибирская. Ну и там ничего не нашли. По моему размеру нет ничего. Идем из... Представьте, в Аскании нет ничего. Иду как Чаплин, Чаплин. Ой, гляньте, как несется. Чуть не убил, вот его номера. Вот. А я, если что, вот вам, вот заходим в Вестфалику, да, или как? Да, Вестфалика не было здесь, мы никогда не были. Так, что здесь есть? Сразу нас встречает. А, ну здесь выбор. Смотрите, нигде нету размера 39-38. Вот так. Есть, но там ничего моего нету. Ой, без валики вообще нет 39. Пойдем домой переобуваться. Я не пойду, мам, я нормально. А куда пойдем? Хочу сказать большое продавцу-консультанту большое спасибо. Очень приятная девушка. Все помогает, делает. Очень приятно. Видите, такие вот сейчас купим. Видите, да? Вот. Продавцу-консультанту большое спасибо. Вот такие. И сейчас, что видите, я не могу эти вот такие кроссовки купили. Я такие не люблю. Ну, видите, я тогда не дадут. И вот эти я оставлю свои берцы, в которых я шел. За по уходу надо что-то? Все, купили. Представьте, иду звонить деда с бабой. Выходи. Я говорю, куда выходить? А ты же мне говорил, он на выходных еще, что тебя надо забрать во вторник. Я говорю, ну надо было заранее позвонить, обговорить. Вот видите, сейчас я там сказала, у бабушки Тимофея, бабу Таню, бабушка Таня, которую мы поздравляли, у нее оставят там огурцы в погреб, деда с бабой заезжали. И это, оставят, потом я все заберу. Ну ладно, давайте. Сейчас идем. В кино билеты брать. О, я, смотрите, придется идти. Ну, конечно, это так не делается, как бы заранее обговаривается. Ну, получилось так. Это бабушка с дедушкой. Сейчас идем домой поздороваться, да и занести вот эти пакеты. Так, храню свои велосипеды. Видите, да?
привязана. Ну что, смотрите, помидоры, огурцы, баночки, свекла, редька, все такое. Я за... Опять фонарь не горит. Вот за что мы платим деньги? Вот этой вот компании Левобережная. Вот вообще деньги такие дерут. По 3000 в месяц, представьте. Это позвонишь, через 3 дня только сделают. Ремонты они все делают. Какие они ремонты делают? Никаких ремонтов нет. Возмущаются все. До них было 2 компании. Был Олег ТСЖ, было свое в доме. Наворовался. 1,5 миллиона уехал. Зато сейчас ездит на Мазде новой. И у жены Мазда. Вот так бессовестно, видите, как поступают. И это потом Альянс. Тетки, сейф закрыли, документы на дом не отдавали, а мы должны платить. Он говорит, если ваш дом не будет мне платить, типа документы у меня, и мы еще на вас всех подадим. Наш дом блокаду сделал. Ну и так, документы вырвали, и ничего до этого не довело. Деньги дерут, ЖЭУ не работает совершенно, Левобережная, как и до этого был ТСЖ свой Олег, этот я уже повторил, и Левобережная. Вообще ужас. Вечерняя съемка-то есть, и не видно ничего. Видите, почему? Вот, смотри, хорошо видно все. Да? Вечерняя пора начинается. Идем в кино. Видите, как дедушка с бабушкой.